Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала, уважаемые зрители. Вот, хочу вам показать еще одну посылочку, которая пришла с Алиэкспресса. Здесь я заказывал, должен прийти кошелек. Вот, уже не первый раз заказываю кошельки с Алиэкспресс. Довольно-таки неплохие за свои деньги кошельки приходили. И вот решил еще заказать. У нас в стране скоро наконец-то будет ходячка. Вот. Появятся у нас копейки. И специально вот сыну подарок заказал кошелек, чтобы в нем была монетница. Ну, сейчас посмотрим, что это за кошелечек. Вот, цена кошелька, если не ошибаюсь, где-то в районе 3 доллара. Вот. Если кого-то кошелек заинтересует, ссылка будет в описании под видео. Как бы смотрел тоже по отзывам, когда покупал. Вот, отзывы были неплохие. Ну вот, смотрите, вот такой кошелек. Довольно-таки приятный на ощупь. Конечно, это не кожа. Хотя, может быть, даже, ребята, и кожа. Покрытие, по крайней мере. Ну да, может быть, вот. Может быть, и кожа. Но здесь внутри точно он не кожаный. Ну вот, что мы имеем? Имеем. Так, вот, карманчик для мелочи. Хорошо. Внутри прощупывается целлофан. Ну, швы ровные, хорошо сделанные. Так, здесь можно вот проездной билет вложить. Карман для нычки. Отделение для сим-карты. Так. Довольно-таки большой отдел для денег. Наши 200-тысячные купюры должны без проблем сюда залезть. Ну, хотя, как смотрел, новые деньги будут размерами как евро. Поэтому в этот кошелек они зайдут без проблем, потому что евро меньше, чем наши белорусские. Вот еще один. Так, два отдела для проездных. Три отдела для карточек. Сюда тоже вот кармашек для сим-карты. Сюда вот можно даже и нычку какую-то запихнуть. И тут кармашек. Короче, раз, два, три, кармашка, тут четыре кармашка. Не, реально, ребята, за такие деньги мне кошелек очень даже понравился. Вот, швы все сделаны, прошиты ровно. Такая вот застежечка застегивается без проблем. Открывается, надо немножко приложить усилия, но закрывается очень хорошо. Отличный кошелечек. Вот, за 3 доллара. Вот, ребята, вот такая посылочка пришла. Так что, если кому понравился, смотрите ссылку с ней на описание видео. Спасибо большое за просмотр, друзья. Смотрите мои следующее видео. Подписывайтесь, кто не подписался. Большое вам спасибо за просмотры. Спасибо за комментарии. Всех благ вам и вашим близким.